я приветствую с радостью такой творческий бомон нашего города, и сердце этому радуется. И, конечно, я поздравляю и нас, и горожан, и вас, прежде всего, художников, с тем, что мы сумели сделать вот такие уж рождественские встречи, будем называть, с вашей рождественской мозаикой. Знаете, я порадовалась сегодня, придя посмотреть, как тут готовится выставка, такому творческому потенциалу нашего родного города, который, ну, может представлять себя не только в Крыму, не только в России, но и вообще по миру. И, конечно, двух наших залов, которые мы предположили и в которых разместили ваши работы, ну, явно недостаточно. Но при этом 2-3, ну, иногда 4 работы такого мастера, как Алексей Испольский, как говорится, ему вечная память, они достойны вообще любых площадей. И каждый из вас проявил себя вот в этой рождественской мозаике либо со всех сторон сразу, либо с одной какой-то. Но зная ваши работы, я порадовалась тому, как вы дружно не только их отобрали, но и как вы их проэкспонировали. И вы знаете, войдя во второй зал, я вот уже говорила, Оля Каракуль, наша одна посетительница, девушка, не знаю, здесь она есть или нет, она, войдя во второй зал, сказала: «Боже мой, праздник!» Глядя на красивые картины,